Всем здорово, с вами Эрик, и конечно, я стал главой клана. Я то видео удалил, то, что как я стал главой клана, потому что, ну, там какая-то была ошибка просто, я не то что-то сказал. Если что, я вот в Ленинграде записываю второй раз. Если что, я наконец-таки стал главой клана. Вот, смотрите, какая глава. Я только буду на месяц главой клана. Так, тут уже начинается описание. Так, не знаю, как... Сейчас, ребята, на паузу поставлю. Вот, я, конечно же, тут могу... Замок тут я могу, конечно же, понизить, но я... Ну, я, конечно же, понизил, но ничего тут страшного. Я просто пример я такой показываю. Просто как всегда. Извини, Алексей Добрый, просто... Я просто эксперимент такой делаю. Ну, я же, конечно, тут могу понизить, могу тут, конечно же, повысить. И все такое. И, конечно, я очень рад, что я стал главой клана. Это самое главное. Давайте-ка мы вот кого-то понизим из замов. Вот. Если честно, я тут могу понизить Эбираша. Просто... Ну зачем он? Потому что уже акции все прошли. И все такое. Вот так. Если что, битва начнется через 11 часов 28 минут. Вот так, у меня вот такой вопрос. Кто исправляет описание клана? Я ведь-то пишу там другое. А кто-то исправляет описание клана? Вот, ребята, признавайтесь, кто исправляет описание клана? Блин, я, конечно, очень сильно рад, что я стал главой клана. Это при том еще... На стриме Данила Крикун, так что, если что, я, конечно же, порекомендую какой-то канал. Ну, а перед началом данного видеоролика я вам рекомендую подписаться на канал Данила Крикун. Это, если что, мой братишка, мой подписчик. Мы с ним уже долго общаемся, так что я рекомендую на него подписаться. Если что, подписывайтесь. Я, конечно, очень сильно рад, что я очень сильно стал главой клана. И всем спасибо за поздравление, что я стал новой глава клана. Я просто в шоке поставила, если честно. А на сегодня это все. И еще, кстати, еще один канал порекомендую, чтобы вы подписались. Вот что, пишите, какие карты открывать в сундуках. Сейчас. Ну а вот под конец ролика я вам рекомендую подписаться на канал Тимка. Он, да, мой братишка, мы как всегда созваниваемся, если что, по мессенджеру. Так что он вот даже вот, вот 50, почти 50 минут назад опубликовал ролик. Так что подпишитесь на него канал. На его, то есть, канал, и чтобы у него было хотя бы 30 подписчиков. Так что подписывайтесь. А, и еще всем пока хотел вам еще сказать. Пока-пока.